Лукашенко потребовал снизить стоимость леса для населения, лесоматериалов, разного рода изделий из древесины, потому что, с его точки зрения, половина страны покрыта лесом, а деревянные изделия, древесины, дрова очень дорогие для населения. Как же так происходит? Это как если бы в Саудовской Аравии бензин стоит доллар, а не 10 центов. Так и в Беларуси. Вроде бы госплан, вроде бы везде лесхозы, вроде бы везде лапа государства. А древесные изделия, а лес для населения постоянно дорожает. Причем Лукашенко интересуется о том, а сколько спелого леса стоит, а сколько спилили, а сколько освоили, а куда поставили, а вообще есть ли порядок в лесу или бардак, сколько уже чиновников посадили из Министерства лесного хозяйства, сколько лесников было посажено за то, что они превратили лес в свои кормушки в бардак.